очень трудно жить. И еще я слышала такие слова. Американская трагедия. Это книга, которую написал американский писатель. Еще я слышала имя Анжелы Дэвис, и кто-то писал письма в защиту ее, и мне очень хотелось тоже написать письмо о том, чтобы в Америке кого-то защитили. А еще у меня на карандашной фабрике. My uncle Miles, during this time, like the 50s, built himself in his backyard in New Jersey. This was Notley, New Jersey. Very suburban. He built a shelter, a shelter to protect him from the bombs that Russia would send onto Nutley, New Jersey. It would be a protection from radiation. It was a nuclear shelter. And he only showed it to the children once. I remember going there once. It was very serious. There was some PR campaign. Public relations campaign to make people afraid of Russia, and that if you built the shelter, you would have this safety factor. А что я помню об Америке? Знаете, как-то мало что появлялось и думалось в это время в детстве об Америке. Типичное детство. Все было хорошо и отлично. Солнышко светило. Ни о чем не задумывался. И не более того, пытаться интересоваться, по крайней мере, попартом. Вот. Мои детские воспоминания связаны с книгой «Хижина дяди Том», вот, где говорится о рабстве, которым пользовались американцы, угнетая народ, который жил в Америке до прихода туда всех прочих. Это во-первых. Ну, а уже более поздние воспоминания связаны с ядерной угрозой, которая постоянно исходила из Америки. Увеличение количества ракет и так далее, это гонка вооружений. Disappeared. And it was this horrible, horrible thing where you were just like a cog in a machine. Well, one interesting thing to me is that as a child, I grew up with tremendous fear of Russia. And within my own lifetime, this changes to a point where I would send my only daughter to Moscow on a school trip. В школе США, я уже ничего не помню, что мы учили в школе США. Что-то очень мало мы учили в США. Что-то учили. Я не помню. Это было так давно, мне уже 72 года. Мои детские воспоминания о США – это в основном массовая истерия по поводу ядерной угрозы, по поводу гонки вооружений, вот. По поводу всяческих конфликтов. Вот особенно это очень богатый. И я помню, читал Ильфа и Петрова, где было написано, что когда они подвозили одного, как вроде бы бедного человека, Сейчас не очень приятно.